Концерт уникального трио «Три баса профунда» прошел на Камчатке. Этот проект не имеет аналогов в мировой практике. Российско-украинский музыкальный проект возник в Санкт-Петербурге в 2009 году и объединил виртуозный ансамбль солирующих басов, обладающих максимально низкими певческими голосами. В Петропавловске Сергей Крыжненко, Владимир Миллер и Михаил Круглов выступили на сцене духовно-просветительского центра. Певцов с такими объемными, невероятно глубокими тембрами можно встретить крайне редко. Профунда в переводе с итальянского означает «глубокий». Уникальные голоса басов профунда подобны контрабасам или большим церковным колоколам. Им доступны предельно низкие ноты, которые неизменно поражают публику, оказывая на нее поистине завораживающее воздействие.